Ту інформацію, наприклад, яку ви маєте про умови саме де утримуються українці, це є, наприклад, якісь окремі тюрми або колонії, де найбільше, наприклад, їх перебуває. І якщо говорити про географію, це все таки ближче до території України чи намагаються висилати десь вглиб Російської Федерації? Ну я би знайці, крім, крім дітей, діти, українські діти похищені, це адільне категорія, ні на говорити адільно. и все-таки со специалистами, по, в том числе и по ювенальному праву, я сейчас буду говорить о взрослых. Если говорить очень крупно, то три категории украинцев содержатся в плену в России. Это военнопленные и приравненные к ним граждане, которые не прошли фильтрацию. Я подчеркну еще раз, незаконно приравненные. Это могли быть военные врачи в отставке, которые не были на момент начала оккупации широкомасштабные вторжения не были военнослужащими. Это цивильные заручники похищены для обмена из вредности, по обвинению или подозрению в шпионаже, ну, то есть по разным причинам. И это, конечно, абсолютное похищение, это киднеппинг такого международного масштаба. И это не будем забывать две с половиной тысячи похищенных при декупации Херсонской области, две тысячи украинских заключенных из пяти колоний Херсонской и Николаевской областей. За год последний вышло на свободу и было переправлено в Украину порядка 200 человек. Ну, собственно, две с половиной продолжают оставаться в России удерживаются, неизвестно совершенно зачем, неизвестно в каком состоянии, известно о погибших, их число исчисляется десятками, но точного числа не знает никто. И я хочу сказать, что здесь вот на эту тему, что вместе с заключенными обычными было эвакуировано еще и три больницы для заключенных, где содержались люди, например, с открытой формой туберкулеза. И все это сейчас смешалось, и, естественно, инфицирование пошло дальше. И это тоже отдельная большая проблема, которая стоит, ну, наверное, у многих организаций на последнем месте, потому что, конечно, речь идет о стигматизированном слои э, населения, а заключенных, осужденных. поэтому, ну, конечно, не в первую очередь ими занимаются. а В первую очередь занимаются, конечно, mm -hmm. цивильными и военнопленными. Они все содержатся в местах лишения свободы, э, которые принадлежат э, или принадлежали пентагональной системе России. Э, но по всем конвенциям международным, как только в колонию э, поступают военнопленные она тут же должна освобождаться от других заключенных и переходить в ведение Министерства обороны. Этого не делается в России. Очень часто продолжают смешанные быть потоки. Это тоже, в общем, большая проблема. В основном военнопленные находятся в приграничных территориях, в Мордовии, в том числе, на Урале. Я всегда призываю родственников или правозащитников, к которым они обращаются, следить за судебными базами. Судебные базы, особенно Юга России. Юга России оккупирована Крыма, потому что в этих судебных базах появляются фамилии. Как только появляются фамилии украинские и обычно номера статей, которые связаны с экстремизмом, с терроризмом, со шпионажем, я все время говорю, что сколько бы лет не дали, это уже, это уже с ярмарки, это с горочки. Потому что мы точно знаем, то есть российская власть признала, где находится человек. Это может быть боец Азова, это может быть похищенный агроном, это может быть все что угодно, это может быть волонтер похищенный, мужчина, женщина, кто угодно. Мы хотя бы тогда можем официально делать передачи, официально заключать договоры с адвокатами, официально налаживать переписку и общение с родными, добиваться визита священников, врачей, лекарства и так далее, и так далее. Дают сроки огромные, но это не важно. Мы понимаем, что каждый человек в России сидит в ППЖ, да, пока Путин жив. Ну и огромная часть людей, которых мы не знаем ничего вообще, содержатся на оккупированной территории. Соответственно, Донецкая, Луганская, часть Запорожской, Херсонской. Вот, вот если военнопленный или гражданский попал в колонию на этой территории, мы про него не знаем ничего. И, скорее всего, не узнаем, пока он не попадет, например, под суд в вот Донецкий и мы всегда призываем родственников, а это могут сделать родственники украинцев, Украинские mm -hmm. родственники могут делать это, э, написать прошение в во России с тем, чтобы их родственники были переведены э, в любую часть, на самом деле, России, mm -hmm. главное прочь mm -hmm. из оккупированных yeah. территорий.